Ой, подойди сюда, милый. Итак, все это место полностью разрушено. И стандартный рассказ звучал бы так. Ну, это была вторгшаяся сила или армия, которая пришла и уничтожила здесь все. Но мы наблюдаем еще больший катастрофический ущерб. Как будто бы какая-то природная сила сначала разрушила город, а затем он снова был застроен. Многие предметы были переработаны, но здесь есть скульптуры, подобные этой, сделанные из кварцита. А кварцит нельзя обработать бронзовыми резцами династического египетского периода. Поэтому у нас нет другого выбора, кроме как заключить, что эта статуя была сделана более древней цивилизацией, задолго до существования династических египтян. Эти сосуды, которые также были сделаны из гранита, могли быть впоследствии изменены династией египтян, потому что, ударяя твердым камнем, вы можете обрабатывать гранит только примитивным способом. Но посмотрите, какой контраст мы наблюдаем здесь. Гранит невероятно гладкий, и это больше похоже на механическую обработку. А также тот факт, что он, кажется, был настроен на очень специфический тон. Здесь мы также, возможно, наблюдаем пример машинной технологии обработки кварцита по сравнению с более грубой работой династических египтян с использованием, возможно, железных или каких-то других примитивных инструментов. Поверхность этой скульптуры выглядит так, будто она только что подверглась воздействию сильного огня и явно раскололась пополам. Возможно, это также свидетельство древнего катаклизма, поразившего это место, а также другие подобные места, которые мы видели, например, в Карнаке, Мемнане и Рамесиуме. Итак, это огромное и очень древнее место, большая часть которого относится к периоду династических египтян, что выглядит немного скучно. Но интригует тот факт, что все дороги и все дома ориентированы относительно направления на север, юг, восток и запад примерно на 23 градуса. Так что это вполне могло означать, что 12 тысяч лет назад, если земная ось была абсолютно вертикальной, а не под наклоном 23,5 градуса, как сейчас, то древние строители этих мегалитов были здесь первыми, а затем, когда появились династические египтяне, они просто решили не менять существующую стратегию планировки и продолжили возводить свои постройки с такой же ориентацией на 23,5 градуса к северу, югу, востоку и западу. Замечательно, спасибо.
Итак, мы нашли здесь додинастический центр. Он был явно разрушен каким-то древним катаклизмом. Здесь имеются богатые залежи кальция, карбонаты кальция, которые, вероятно, появились здесь из океана в результате наводнения. Именно по этой причине сам город построен чуть далее. Потому что для того, чтобы возводить постройки здесь, династическим египтянам пришлось бы очистить от камней всю эту территорию. Но вместо этого они нашли чуть дальше нетронутые территории и построили там свои дома из сырцового кирпича, а также соорудили известняковые саркофаги и другие постройки из известняка. Но именно здесь мегалитическое ядро этого места. Что ты нашел, Рассел? О, ты нашел прекрасный образец. Спасибо тебе.